Тоски-доски от Elements Pro Gaming в очередной раз скрин, который, кстати говоря, параллельно доедает свой обед или ужин. И одной рукой, видимо, пикает, забирает себе тусика. Также Оракул достается Elements Pro Gaming, тем самым у нас уже как бы полтора вопроса решено. Да, кстати, я запомнил, кто у нас сидит где в лобби. Значит, предпоследний это у нас... последний это Чешир. Предпоследний аниме-бой это FN. Дальше... Сверху J4. И... Spirit Breaker. Ну, по-моему... Ну, в принципе, остальных мы сможем определить, в зависимости от того, где они будут играть. В общем, вопрос только в том, тусик это на саппорт или на хард. Что касается Аркейд, у них уже есть для Чешира Spirit Breaker, у них есть Queen of Pain, Герокоптер. Такой хороший ауешный пик. Ну и забанили они инвокера Веспа на этот раз. Чендумат Элементс. Ничего пока что сверхъестественного, необычного. Элементс так играют вообще своим пиком. На все 100%. Один ноль, да, 1-0 у нас впереди Elements. Ну, кстати говоря, по поводу ставочек, я вам не показал этот замечательный экран, который я должен вам показать. 1.358 на Elements Pro Gaming, что говорит о том, что они довольно уверенно себя чувствуют, фавориты, но, тем не менее, легкий какой-то шанс у Arcade Power, у Arcade eSports есть. 2.758. По версии esportgaming.com. Сделаю ставку сейчас на esportgaming.com. Бонусы на счет до 500 USD плюс 15 USD при регистрации. Ember Spirit. Плюс Ember Spirit в пике у Elements Pro Gaming. Да, там Смайл и Адекват мне передали привет. У них закончили очень быстро играть ВП против Ашер свое Best of 5. Буквально за 2 часа они уложились. 3-0 ВП победили. Поздравляем их. Заходим на главную страницу Virtus.pro. И что же мы видим? D2CL Christmas, Virtus.pro занимают первое место. Мне сегодня звонил организатор. Просил прокомментировать финал даже. Вот. Но... Мне не позволили. Сказали, что я еще слабоват для этого. Ну, на самом деле, был вопрос только в том, чтобы туда еще Смайла закинуть, чтобы повеселее им там было. Все-таки финал, благотворительный турнир, важное такое событие. Боже, там был Void с догоном. Что там только не было. Да, ну и, собственно говоря, закончился турнир. Завтра вроде как должен быть еще матч за третье место. Как я с просонью услышал. Надеюсь, что это так. Вот, и... у меня завтра стоит, опять же... Да, завтра у нас 22.00 одна игра. Завтра четверг. Для тех, кто запутался в днях недели. Винга тем временем от Elements Pro Gaming. И это уже гарантированно практически саппорт Винга. Ну, наверное, саппорт Винга. Саппорт Винга и Оракул, тусик на хард, Эмбер в легкую. И сейчас забрать мидера на у Аркейд Сайленсер. И, кстати говоря, Сайленсер это тоже саппорт. Какой-то вообще набор четырех кор-героев. Гира может быть на первой позиции исключительно. Квапа может быть и на первой, и на второй, и на третьей. Бара может быть на третьей.
Может быть, конечно, и на четвертый, и на пятый, но может быть и на третий. И Silencer может быть на первый, на второй, на четвертый и на пятой позиции играть. Вот так вот. Пока что практически все герои могут фармить. Такой жадный пик получается. И Arcade Esports банят Магнуса в итоге. Боятся Эмбер Спирита. Да, забирают Witch Doctor. Ну, что, тут все понятно, на мой взгляд. Мне кажется, это какая-то вообще хардлайн клапа будет. Хотя, конечно, больше похоже, Silencer Witch Doctor саппортирует Гирыча, Spirit Breaker на харде и клапа в миде. Да, наверное, так. Ну и Elements Pro Gaming. Последнее слово за ними. У них тоже гибкость определенная в пике осталась. Как долго скрин? На самом деле все думают, что скрин думает над пиком. На самом деле он доедает там гуляш, который ему приготовил кто-то. Или, может быть, он сам себе приготовил. Может быть, это, конечно, и не гуляш. Но в итоге он забирает себе Огромага. И оказывается, что это все-таки Керривинга. Вот так вот. Вот так вот. Скрин будет на Огре. Так, сейчас мы все быстренько вам расскажем, кто у нас есть кто. Поехали. Поехали, наконец-то. Так, давайте разбираться. Скрин на Огре, Иллидан на Винге, Йоку на Тускаре, Кингер на Оракуле и Генерал на Эмбер Спирите. И у команды Arcade Esports. Джейфо на Сайлансере. Бараш на Квапе, Бигнум на Вич-Докторе, Спиритбрейкер от Чешира и FN на Герокоптере. Как же я их прочитал? Как же я прочитал их? Паузу ставит генерал. Да, скрин все-таки, видимо, еще не доел. Но на самом деле, вот я открою вам тайну. Вот как вы думаете, почему был небольшой перерывчик между первой и второй картой? Все потому, что у нас был апдейт. Апдейт, все апдейтились, и на самом деле очень долго ждали одного из игроков Arcade PR. По-моему, это даже был Чешир. Ну да ладно, как бы Чешир, белорусский интернет, потихоньку апдейтился. Но в итоге... Когда все были готовы, кого же мы ждали? Мы ждали одного из комментаторов, который пошел играть папчик, потому что он думал, что игра все-таки будет в 10. Ну и, конечно же, когда выяснилось, что игра в 9, он не перестал играть папчик. Он не успел на первую игру. Но когда он не успел на вторую игру и понял, что надо бы успеть, он не вышел. Он попросил подождать, когда он доиграет папчик, после чего мы все ждали, когда у него заапдейтится дота. Вот. И скрин... Что в итоге привело это к чему? К тому, что скрин пошел есть. Не, он не выдержал. Ну, я бы на самом деле тоже пошел есть на его месте. Если бы хотел. Но... Вот так вот. Да, ну и, собственно говоря, пошел ты есть скрин, а не вернулся Йоку. К элементам.
Вернись, Йоко. Гоу, говорит, нет. Не гоу. Я к чему это все? Я к тому, что тянется одно за другое. Давайте посмотрим, полюбуемся на речку. Мало кто замечает, что речка в Доте, вот она... Боже, у меня карта застряла. Она начинается отсюда водопадом, с левой части. Дальше она протекает под мостом. Вот здесь вот не видно, откуда она даже вытекает. Но вот где-то вот сбоку здесь есть канальцы, из которых она вытекает. Течет дальше. Здесь болото. Здесь не просто так такое болотце, потому что, ну, вода стоит, не течет. Она течет через всю карту. В Рошпит, кстати говоря, уже не затекает. Тут подъемчик есть. Течет, течет дальше. И вот здесь вот как раз-таки утекает так же, как сверху. И в итоге куда-то сбрасывается вниз. Вот. На самом деле, чего только не увидишь, когда стоит пауза. Мало кто знает, что вот в свое время был сделан апдейт, и теперь вот этот торговец, кстати, давайте на него посмотрим. Да не на тебя. Сейчас. О, смотрите. Торговец, да господи, боже мой. О, вот он. Он стоит внизу. У него есть молоток, у него, кстати, Aegis of Champions. Вот, видите, как он низко стоит. А у Radiant'ов... А у Radiant'ов, наоборот, он на таком мостике. Легком. Почему ты мне опять его показываешь? Я хочу этого посмотреть. Ладно, сейчас мы сделаем. Во. Ой-ой-ой. Ты хорош. Такие вот дела. Ну, кстати, обращали, что и этот тоже, посмотрите, какой-то с бородой, а этот как раз лысый. Вот это тот самый торговец из трейлера, из Secret Shop, из Gamescom. Так, ладно, давайте, мы посмотрели Screen the Task Legend. Вот такой вот у него выстреливает крючок откуда-то. Ну, Screen всегда был скромным, поэтому он как бы не стал особо ничего придумывать. Просто легенда на игры на Тускаре. Так, следующая статуя это... Ареша Шин Сикай Но Камида. Ареша Шин Сикай Но Камида. У Элидана такая статуя. Кто-нибудь знает, интересно, японский? Так, а тут можно? Словарь, клавиатура... Google переводчик. Переводчик Google. Так, как тут? Арева Шин Сикай Но Камида. Арева Шин Сикай Но Камида. Японский на русский. Арева Шин Сикай Но Камида. Это бог мгновенной мире. Ну, ладно. Но я пытался. Кингера просто. Просто Парень не заморачивался особо. И... Йоку. Без надписи. Увы.
Биг Нундота без надписи. Мы даже лайкнуть не можем. Рубик без надписи. Арэвашин сикайно камеда. Давайте по-японски, с японским акцентом. Арэваш... Не, подождите. Давайте сотрем все. Арэвашин сикайно камеда. Это бог нового света. Поняли? Надо читать, короче, с акцентом. Это бог нового света. Вот так он выглядит. Это бог нового света. Аревашин сикайно камеда. Ничего от нас не спрячешь, да? Ну, кстати, пятой статуи у них нет. Она же здесь должна быть, правильно, я понимаю? Ее нет нигде. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Нет пятой статуи. Почему-то всегда пятой статуи нету. Какая-то несправедливость. Да, что? Ну, мы Чешира ждем. У Чешира опять какие-то проблемы. 5 минут, говорит, осталось. Наш админ. Типичная ореша. Никогда не прожимаю БКБ. Я знаю, японский, там написано, что комментатор... Нет, неправда. Мышшторм, а ты расписывался на какой-то мышке из компании Rocket? Просто один чел говорит, что он выиграл мышку с твоей росписью. Да, я расписывался. Это было на одном турнире, который прошел недавно в Москве. Это аниме «Тетрадь смерти»? Серьезно? Я смотрел «Тетрадь смерти», но я такого там не помню. Ореша. Ореша Шин. Надо было кого-нибудь попросить ворваться. Я вообще сегодня думал скрина позвать посакастить. Он давно рвался и вспомнил, что они сегодня играют. Вот незадача. Мне кажется, у нас бы нормально вышло. Так, ну что, пауза-то заканчивается. А спиритбрейкера все нет? Вот печально. Может быть, кто-то задедосил аркейд? Но я не знаю, зачем они и так проигрывают. И, честно говоря, их пик на вторую карту. Ну, кстати, пик неплохой. Есть Silence, но... Ну, посмотрим, что у них по линиям будет. FNTales. FN отвечает парню с никнеймом FNTales, который является хостом данного мероприятия.
Так, ну что, 5 минут. Что, чем бы нам заняться за оставшиеся 5 минут? Мы уже изучили. Давайте посмотрим на последние игры, новости какие-то. Не знаю, вот как меня Дима учил, когда нечего делать. Смотри новости. War Thunder открывает киберспортивную лигу. Вау. BTS Europe. Нави разгромили Прайс. Интересная, наверное, была игра. Нет. Русская озвучка для новых героев Dota 2. Этой ночью Valve выпустили новое обновление для клиента, в котором еще несколько персонажей заговорили на великом и могучем. В этой новости мы собрали для вас видео, с помощью которых вы можете ознакомиться с русскими фразами уже известных всем нам героев. А как же Strategic Music? Давайте послушаем. Стой, где стоишь! У меня для тебя сюрприз. У него для меня сюрприз, но мы его не узнаем. Ну что, начинается игра. Да, на самом деле прикольная новость. Я вчера только играл в новую игру от Аларика, посвященную русской озвучке Dota 2 частично. Так. Ну, должен. Оракул прилетел, должен был понять, где стоит вард. Сейчас Кенгер здесь. А, Кенгер ты сам взял и ткнул прямо на варде. Ну да ладно. Вряд ли Бара здесь будет что-то сбивать. В любом случае, они имеют хороший вижен. Он, по-моему, забанил этот спаун, еще ко всему прочему. Или Дан. Или Дан будет стоять против Братрума. На самом деле, Братруму тяжеловато против Винги. Она его может... подстанет, от нее тяжело убежать. Она может его свапнуть, если есть шестой, и не дать убежать. В миде генерал. Генерал будет стоять против Queen of Pain, и генералу будет тяжеловато. Все-таки это Ember Spirit, и генералу нужна помощь. И я думаю, что вот этот парень ему поможет. Да, должен помочь. Скрин с сапожком. Пока что идет наверх. Будет мешать Баре. Снизу у нас Сайленсер. С Глейвами должен разбираться с Тусиком. Но Тусик уже готов. Тусик отблочил одного крипа, в целом немножко задержал. Сайленсер здесь, конечно, встречает, но линия пропушится немного. Тем временем на миде. На миде, что интересно, никто не помогает Эмберу, наоборот, даже помогают Квапе. Так, тем временем начинают бить Бару. Уходит Огар. Бара хочет получить себе второй левел. Но здесь уже есть Оракул. И Баре все, что остается, это вот так вот бежать. Потерял довольно-таки много хп. Да, еще и Оракул. То есть еще один персонаж, который способен его замедлить. В итоге 200 хп остается. Наверное, ветками отхилится потихоньку. Хотя можно уже, в принципе, было есть фласку. Выбирает момент. Эмбер Спириту очень тяжко в начале. У него один крип. Квапа очень удачно еще и отблочила крипов. Посмотрите, как на хайграунде стоит. Он не видит бары. Да, кстати говоря, так как генерал не видит спирит брейкера, ему тяжеловато. Ой, ошибся генеральчик, и сейчас тебя убьют. Спиритбрейкер уже рядом. Ой, это скрин. Спиритбрейкер еще не рядом, да, скрин приходит помочь. Так, ну и мы видим, что Тусик тем временем взял себе второй с половиной левел, отрегенивается потихоньку. Так, и Бара что-то интересное у нас задумал. Ну, кстати говоря, очень много хп сейчас он потеряет. Здесь уже Эмбер Спирит. Ну, Бару отведет все-таки пачку крипов. Неплохо сыгран, надо сказать. И побежал куда-то Спирит Брейкер. Куда же ты побежал-то? И зачем? М-м-м,
Да, видимо, он побежал, потому что ему навстречу уже шел гирокоптер, нужно было каким-то образом отходить. Но в итоге получилось так, что ни черта... Ой, не гирокоптер, конечно же, Венга. Нужно было отходить. В итоге получилось так, что экспириенса он получил маловато. Вот сейчас крипы, кстати говоря, встречаются все-таки. Ну вот за 3-4 крипов он получит экспу. Но он потратил все хилы свои, вообще все, что было. У него нет вообще ничего теперь. И могут спокойно его сейчас в спину обойти. Огр спокойно затанкует под вышкой. Еще и знают, что маны нету. Ну, фактически, конец, да. Вот, пошел огр. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь раз. Боже мой. Огр. Огр! 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 First Blood забирают, и в итоге 14 хп остается. 8 выстрелов от Таура съел Огр. Ну, настолько нагло уже зашел скрин. Конечно, не стоило настолько много получать ударов от этого Таура. Ну что, видим мы, что очень хорошая линия у нас на миде для команды Arcade. У них Queen of Pain имеет крипстат 22 на 7 против крипстата Ember Spirit 10 на 0. Но тем временем гирокоптер умирает. Да, айфанчика здесь подбрили. И скрин реабилитировался. Ну, получилось очень неплохо. Спиритбрейкер тем временем уходит домой. Сайленсера оставили получать экспу на некоторое время против Винги. Винга уже взяла 4-й. Кстати говоря, 1000 монет имеет. Нужно бы закупиться, купить себе какие-нибудь айтемы на статы, чтобы уже бару здесь гонять по полной. Все еще первого левела Оракула. Это как-то слишком мало. Ну... Так, и бежит Бара. Бежит Бара на Тусика. Тусику нужно отступать. И Тусик рискует не отступить. Он заходит под тир 2. Да. Да, еще сразу же баш следующим ударом. И Спиритбрейкер спокойно уходит. Нельзя против Бара играть, конечно, настолько лоу хпшным. В итоге Эмбер Спирит нападает на гирокоптера. И скрин в очередной раз... На этот раз с подключением генерала делают фраг. Как же фидит Гирыч? Дважды отъехал на ровном месте. Да, и рисует, рисует что-то ему. Говорит, не переходи за эту черту, все, забудь. Забудь про то, что там есть вообще карта. Пусть там для тебя будет обрыв. Еще чуть на Вич-доктора не напали. Ну нет, на Вич-доктора, конечно, нападать вряд ли будут. Хотя, опять же, вот эти вот 8 армора на Огре, они могут дать возможность потанковать очень неплохо под Тавером. Кстати говоря, саппорт Сайленсер качает первый спелл. Давненько мы его не видели. Практически никогда мы его не видим. Так, и гирокоптер сбивает себе телепорт. Это не очень хороший момент, потому что вниз как раз пришла Квапа. Можно было бы хорошо ворваться. Но в итоге Квапа вынуждена уходить. Эмбер Спирит потихоньку догнал Queen of Pain. Ну, не то чтобы прямо догнал, но... Разница уже не смотрится настолько существенной, учитывая, что гирокоптер пару раз умирает, и сверху все получше. В общем, ситуация выглядит более-менее. Да, Queen of Pain выходит. Не уворачивается от дротика. Не уворачивается от дротика генерал, не уворачивается он ни от чего, его продолжает жечь. Замечательная способность Arcane Cures. Приходит сюда Огр. Начинает кормить Квапу, тем временем сверху забрали Спиритбрейкера, но... Ультимейт, и это минус. Это минус. Да, забирают одного. Queen of Pain отпивается из ботла. Вряд ли сможет забрать Огра. Как же плохо играет генерал на своей линии. Ну вот подключение на низ было хорошее, но в миде он пока что страдает все больше. Огр тем временем покупает аркан ботинки. Кстати, еще один персонаж, для которого линза неплохо зайдет. Все-таки у него кастрендж очень маленький. Так, ну и сейчас мы уже будем смотреть, что у нас по графикам. Сверху биты или дан стоит. Спиритбрейкер продолжает покупать себе хилки и продолжают из него их выбивать. Да, или дан битый, но Оракул делает раз, делает два. Успевает дважды захилить Вингу. В итоге Винга себя отхиливает почти фулл хп. Приходит сюда Сайленсер. Нападение на Кингера. Очень больно Иллидан, но сюда уже... Сюда перетянулись абсолютно все, Иллидан, как же больно, Иллидан наворачивает, и в итоге Сайленсер уходит на лоу хп, каски, еще один удар, Сайленсер забирает 2 НТ. Как везет сейчас команде Arcade, это что-то.
Уже второй раз им повезло, и не забирают одного героя. Сначала спиритбрейкера, теперь вот сайленсера. Давайте посмотрим на Творца. 3000 имеет Queen of Pain, на 600 обгоняет Эмбер Спирита. На самом деле не так много, как могло бы быть. И что самое главное, у Эмбер Спирита 7 левел. У Квапы, как мы видим, тоже 7. То есть они идут еще и вровень. Эмбер Спирит сейчас дамаксит себе Силинг Чейнс, ну или хотя бы там возьмет на двойку, на тройку. Уже можно будет идти очень неплохо куда-то гангать. Винга опережает Герокоптер на 500. Сайленсер с Тусиком плюс-минус поровну, как и Огр вместе с Барой. Ну, Сайленсер имеет очень много для саппорта. Здесь, конечно, такой суровый. Винга тем временем забирает Спиритбрейкера. Пошла атака на Вингу. На Вингу взрывают. Сайленсер получает еще энты. Скрин уходит домой. В очередной раз размен. Так, у Винги может и мана закончиться. Ой, какая хорошая игра. Задиспелил, но, кажется, я погорячился. И еще одна тычка. Нет, живет. Живет Оракул здесь же. Накидывает на себя невосприимчивость к магии. Queen of Pain идет дальше. Fairy Fire диспелит себя. Все, должен цеплять Ember Spirit. Searing Chains есть, блинка нету. Флеймгарда нету. Сайленсер приходит. Стики, Сайленсер есть первый. Есть третий спел. Вешай. Нет, вешает вместо этого другой спелл, но все же генерал отправляет в таверну. Ой, как же они фидят. Как же фидят Elements Pro Gaming сейчас. 7-4, и очень много они на миде отдали. Остается здесь Сайленсер, нужно его каким-то образом забирать. Но Иллидан запутался в крипах, видит Сайленсер. У Сайленсера ничего нету. На перехват идет Винга. В этот момент нападение на Герокоптера. Но Герокоптер разваливает. И в итоге нападение на Герокоптера заканчивается смертью нападавшего. Близки к тому, чтобы догнать Сайленсера, свапают его. Есть стан. И забирают Сайленсера. В этот момент погоня за Огром продолжается. Огр на развороте дает стан, Оракул. Отличный диспел по всем. Но скринает, все-таки забирают. Остановитесь, глупцы, что вы делаете? Боже мой, хватит лезть на этого Герокоптера, на Бару, на Queen of Pain. Вы проигрываете. Прекратите, хочется мне сказать. Elements Pro Gaming, тем не менее, продолжают атаковать раз за разом. Ну и в итоге у Эмбер Спирита остается 2600-2700 нетворса, а Квапа поднимает чуть ли там не 1000 с лишним. Разгон на крипа. Интересное решение. Ну, Огр сюда же возвращается. Что у Сайленсера, кстати говоря? У Сайленсера 8 инты на 10-й минуте. Для саппорт Сайленсера очень неплохо. Герокоптер раскастовался. Забирают Тусика. Также разгон на Огра. Но слишком далеко. На Огра не полезут. С Глобал включаю.
Плюс ко всему, вот, ну, тяжело драться против Герокоптера и Квапы. Они просто дают два своих спыла, и все. Там даже Сайленсер Глобал не давал, потому что драки как таковой не было. Но уже тяжело. Выходит Огр. Не будут здесь драться. Герокоптер в итоге забирает Тавр. Одновременно с этим Эмбер Спирит может забрать Тавр. Ну, Фортификейшн, и Тавр будет жить. Сенчный Герокоптер, Яша не за горами. И появляется Мека. Ну и после Меки Грейвзы. Грейвзы здесь очень нужны Тусику. Грейвзы, чтобы снимать с себя Глобал. Будет размен по товарам. Идут наверх. Как раз нет фортификейшена. Но здесь уже в позиции Вич-Доктор. И могут успеть перетянуться. Если заберут вышку. А забирают вышку очень быстро. Да, пошел разгон. Сейчас под Глобалом все будет крайне неприятно. Сцепляют Иллидана. Пошла ульта. Пошел Глобал. Иллидана здесь забирают. Ну да, только Иллидана забирают, все остальные уходят. Такой еще довольно неплохой размен получился. В этот момент генерал сплитпушит. Queen of Pain видит генерала. Сюда же побежал Spirit Breaker. Вот все бы ничего, но Spirit Breaker опять мешает все карты. Ну и Тусик рядышком, правда. Spirit Breaker что делает? До конца гейминг вгрызаются в Йоку. Йоку доджит все, но зачем-то рановато выходят. Да, в итоге нужно сейчас ему реген использовать. Использует реген, живет Йоку. Рановато вышел из сноубола немножко, не пересидел Sonic Wave. Ну и на развороте можно. Да, здесь все, все спылы потрачены. Queen of Pain свой ультимейт потратил. Spirit Breaker без маны, без хп частично. Можно забирать Тавр. Параллельно с этим Герокоптер фармит вражеские леса. И забирают вышку снизу. Ну и что, давайте посмотрим еще раз на графике. Ну нет, не знаю, здесь пока что еще камбэком не пахнет, даже близко. Все-таки Global Silencer слишком суровое оружие. Разгон на вингу. Будут пытаться ее зацепить. Иллидан просто уходит пешком. Он видит набегающего Spirit Breaker. Ну что, будут драться? Да, получает в себя все-таки станчик. Тем не менее, Spirit Breaker довольно быстренько уничтожают. Здесь же Тусик. Тусик с Мекой. Тусика отдавать очень не хочется. Все бегут в разные стороны. Стан в Герокоптера. Фэлс промайс. Нужно захиливать Иллидана. Нужно захиливать его. Да, ну Иллидан здесь умрет. Нужно стараться выдать максимальный дэмэдж. Да, Иллидан лопается. Там слишком много дэмэджа влетело. Лопается также Оракул. Уходит скрин. Генерал, по-моему, в драке даже не было. Он уже купил себе Яшу. Ну, неплохо получилось. Разменяли двух героев на одного. Как мы видим, даже особо много не проиграли. Плюс ко всему, в этот момент фармил Эмбер Спирит. Эмбер Спирит здесь с мантой будет иметь хоть какие-то шансы. Причем с мантой его реально тяжко будет ловить. Контроля маловато, прямо скажем. Главное не ошибаться и свою манту использовать как надо. Но вот Spirit Breaker уже делает себе Shadow Blade. Тем временем Тусик пытался добить Герокоптера, но Silencer делает еще один килл. И это 20 интеллекта. Ай-яй-яй, как же был близок Тусик. Тусику остается всего ничего до Грейвзов. Бесит то, что закрывает эта табличка. На 1650 рецепт. Ну, 200 монет ему остается. А Эмберу до манта остается чуть больше, но тоже она у него довольно скоро появится. Огр нафармил линзу. Линза это очень интересно. И почти нафармил линзу Кенгер. Заходит аккуратненько, ставит вард вот на эту горочку. И отходит. Есть Грейвзе. Ну что ж, Грейвзет, первое оружие против Глобала, оно есть. Второе оружие против Глобала будет манта, естественно.
Ну, вообще всем что-то нужно придумывать. Потому что пока что только один сценарий. Начинается драка, дается глобал, грейвзы, сноубол. Все садятся в сноубол и пытаются пережить. Но если вы все садитесь в сноубол, значит, вы все примерно в одной точке. И гирокоптеру Квапе очень удобно давать рассказ. Кстати, Огр пока что не спешит собирать линзу. Почему-то. Ого, заходит на Рошана. Рошану не дают бить. Это, кстати говоря, очень наглый мув и может сработать. Ой-ой-ой, как же отдают Рошану сейчас. Очень долго забирают его. Но не читают. Не читают. И Рошан отдается сопернику. Да, вот это не очень круто. Эмбер Спирит покупает себе манту. И это второе оружие против глобала. Огр тут же пересобирает себе лид.
Команда.
Кир пошел врываться.
Явно проблема. Ой, как неудачно! Как неудачно! Скастовал диспл. Надеюсь, Эмбер Спирит тут останется в живых. Ху! Эмбер Спирит лопнул. А что ж ты на фонтан-то, дружище, не пошел? Да, объясню, что хотел сделать Оракул. Он хотел своим первым спелом задиспелить Хекс моментально, но получилось так, что... Ой-ой-ой-ой-ой, как больно! Залетает все в гирокоптеры. Гирокоптеры могут убить, но он на развороте разваливает вингу вместе с Оракулом. Оракул байбекается. Да, гирокоптер уже неплохо отхилился. Идет Огар. Мультикас. Нужно забирать Гирыча. Забирает Гирыча тем временем Йоку. Оракул испаряет спиритбрейкера и отбились. Отбились, но Оракул перебоковал. А, в итоге на развороте очень здорово. Поймали на расслабленности. Бараки должны ломать. Какое же количество ошибок делают элемент в этой игре? Байбек от Эмбер Спирита. Минус. Эмбер Спирит отменяет ТП. Нужно уходить. Ну, бараки задефали. Бараки задефали. Ценой сумасшедшего количества байбеков смотрим сейчас, насколько сильно изменятся графики. Да, вот теперь уже действительно тяжело. Теперь уже очень много проигрывают. К этому все, в принципе, и шло. Ну, глобал слишком жестко контрит. И вот что удивительно, несмотря на то, что так жестко контрит глобал всех, нету никаких попыток собрать вообще... Ну, хотя, да, Огру, наверное, тяжело. Но Огру здесь нужно БКБ. Огру нужно БКБ, Оракулу нужно БКБ. Что-то против глобала. По-другому никак. В принципе, если Оракул соберет себе БКБ, то... Ему даже можно будет его использовать и снимать с Огра Сайленс. Остальные герои разберутся. У Винги есть БКБ, у Тусика Грейвзы. Кстати говоря, Персиверанс это, видимо, Лотус Орб. Еще один артефакт. Вот, Лотус Орб. Лотус Орб. Чем будет сбрасывать Сайленс? Генерал очень далеко пошел. На, Винга, конечно. Вот она, кэрри Винга на 44-й минуте. Один Blade of Alacrity после БКБ и Доминатора. Это все, что есть. Это не то, что нужно. Генерал, кстати, несмотря на свой байбек, остается топ-1 по нетворсу. Это удивительно. Тем не менее. Ну и Queen of Pain покупает себе рефрешер. У нее 2 хиксла, 2 Sonic Wave. Зайдет очень жестко. В принципе, еще и Silencer и рефрешер бы зашел. Потому что Global вставляет палки в колеса очень жестко. Заходит на Рошана. Провоцирует. Ну, провоцирует драку на Рошане. Не совсем понятно зачем. Позиция ужасная. Пошел Global. Раскаст от Квапы. Можно давать рефрешер. Но ей дают стан. Квапа. Выходит, дает рассказ, но никого не забирает. Какой хреновый рефрешер. Скрин поглощает весь дэмэдж. Хекс еще один на Кингера. Кингер умирает. Ну и, в общем-то, все. Вот и все. А, боится генерал. Идет на топ. Забирают здесь Рошана. Ну, 2 саппортов отдали за жесткую комбинацию. Нету теперь рефрешера. И нету глобала. Но опять же, нету рефрешера, нету глобала, но драку элементы навязать не могут. Вообще никак. Спиритбрейкер набегает. Ой, ошибается сейчас генерал. Ну еще нужен башек один. Нет, башека нету. Ну и нормально. Нормальный генерал здесь выиграл кучу времени. Удивительно. Удивительно, как имея такую сильную комбинацию, такое преимущество, Аркейд еще тут не закончили. Ну, неприятно очень играют элементы, конечно, цепляются за каждый шанс. Очень хорошо показывают себя в драках. Если бы они не устроили вот этот вот фит, вот он, вот этот вот, вот это вот то, что было. Я не знаю, что это назвать. Это просто давайте пойдем 15 раз умрем все вместе. Могло получиться гораздо интереснее. Там, Стусика тут же диспелят Родофатос. Сатаник на гирокоптере. Как его убивать, непонятно. По-моему, проще сейчас просто отдать мид.
Это самое простое, что можно. Ну или как-то его попытаться так посложнее отдать, чтобы побольше враг потратил. Да, вот так вот, еще нюкать. Сигиль сбили. Залетает спирит брейкер, дает ульту. Будет ли глобал? Глобал есть. Взрывают только одного. Спасает Эмбер Спирита Йоку. Отличная палка стоит от Вич-Доктора. Может взорваться сейчас. Нет, не взрывается Эмбер Спирит, но взрывается вся его команда зато. Ну, я думаю, напишут ГГ. ГГ пишет скрин. И это 1-1. Боже мой, что за игра. Не знаю. На Элементс напал какой-то страшный бог фида в серединке. Но, тем не менее, в драках они смотрелись очень прилично. Думаю, что третью игру они должны потащить. Хотя Arcade Esports достойно смотрелись в начале и, конечно, выбрали себе такую стратегию, с которой в лейте чувствовали себя суперкомфортно. Как ни пытались Элементс как-то расшатать их оборону, Silencer всегда жал кнопку, и всегда это слишком круто заходило. Ну что ж, уйдем на перерыв перед третьей решающей картой и вернемся смотреть, чем же закончится это противостояние.